Больше 3000 новых случаев ВИЧ зарегистрировали в Новосибирской области в этом году. По этому показателю наш регион занимает 5-е место в России. Одна из основных проблем – обеспечение лекарствами. Вместо эффективных и безопасных препаратов, позволяющих пациентам с ВИЧ жить полноценной жизнью, закупают более дешевые аналоги. Зачастую это приводит к отказу от терапии из-за побочных эффектов. К сожалению, регион переходит на более дешевые препараты, более токсичные, но закупает больше, да, то есть охват лечения становится больше, да, то есть это уход, к сожалению, от комбинированных форм, но это проблема целиком страны, да, то есть ну, тут важна приверженность, и если человек пьет одну таблетку в день, то, соответственно, ему это делать проще, нежели чем пить там 6-10 таблеток два раза в день.